А то есть люди, которые не поверят, что это кивач. Мы прибыли к водопаду Кивач. Там будет очень шумно, наверное, поэтому я здесь вам скажу, что наша достопримечательность карельская Кивач находится недалеко от Петрозаводска, скорее всего, возле Кондобоги. Интересно так. Смотрите, какие строения сделаны. Кто это интересно делал? Сейчас я приближу, посмотрите. Нет, не приближается. Вот он, водопад Кивач. Кто не видел. Скалы. Смотрите, какие скалы. Ого! Шею свернешь, споткнешься. Ой, какие острые камни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Со всех сторон вода течет. Ну-ка я продаю. Ух ты! Это мощь! Это да! А если вот так, еще лучше, красивее. Пойдем по скалам. Тут кругом скалы. Вот, сейчас ближе подойду. Смотрите, интересно как. Кто вот это вот построил? Неужели это природой сделано все? Когда тут протекала вода. Видимо, высохло все здесь. Ну, очень интересно. Тут, наверное, много всяких речушек, и все они соединяются в одном месте. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Убьешься тут. Да, вот отсюда хороший вид. Сейчас я встану в самом лучшем месте. Вот здесь все. Вот он, каскад водопадов.
поехали с Петрозаводска. Все зря. Грибы набрали. Да, скорее всего, это площадка для детей. Ой, интересно. Действительно, как лапки. Это хозяин. Иди. Побывали в Петрозаводске, съездили, бежим. Кивать, да. Грибов набрали, теперь едем домой. Короче, путешествуем. На своем авто. Как у нас скажут, ялла. Едем домой. Красиво! Все скалы исписаны. Приехали с Петрозаводска, по дороге собрали грибы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сколько грибов.